Ռուսերեն, երրորդ դասարան, դաս 3. В это палочка. Рядом две дужки. Вот и готовы очки для лягушки. Вен пайтике. Вори мод кан ерку шаджаннер. Ага е патрасте горти хамар акноца. Важитюн мек. Прочитаем слитно. Картуменг ваш. Папа с мамой. К паясу. В ванну. Из воды. Из ванны. По дну. Под водой. До самого вечера. Через нее. Из дома. В нос. Важитюн ерку. Прочитаем парами. Картуменг зюгерев. Полная ванна. Пустая ванна. Длинная трубочка, короткая трубочка, тяжелый утюг, легкий утюг, бедный Миша, мокрый мешенок. Важи тюнгерек, внимательно прочитаем слова с буквой мягкий знак. Ушадир картуменг мягкий знак таро варере. Стать, сплить, дышать, ходить, отвязать, очен, вернулись. Важитюн чорс. Прочитаем. Обратим внимание на произношение буквы О. Картуменг ушадрютюн дарцнум о хэнчюни артасанутяна. Водолаз. Пора. Просидел. Хотел. Они. Положил. Потом. Наконец. Важитюн хинг. Прочитаем. Повторим несколько раз. Картуменг кыркнум микани анхам. Ведра, уши, привязал, бедного, чтобы, что, утюг. Важитюн вец. Прочитаем, обратим внимание на произношение выделенных слогов. Картуменг ушадрютюн дарцнум ангацвац ванкери вря. Мышонок, мыша, прыгнул, выставил, вылили. Всплевать. Важитюн йод. Прочитаем. Картуменг. Ушли из дома мама с папой. Мама с папой ушли из дома. По дну начал ходить он. Он начал ходить по дну. Научимся читать сказку. Соворуменг картал хекята. Водолаз неудачник. Анхаджогак джирасуйза. Мама с папой ушли из дома. Майрик ну хайрика таниц гнацин. Мышонок решил стать водолазом. Макника ворошец дарнал сузорт. Он налил полную ванну воды. На багникум лика джулетрец. Миша положил в нос и уши вату. Макника катиев аканжнери меч бамбактерец. Потом он привязал к поясу утюг. Айнухетев миацрец хартука, чтобы не всплевать, взял длинную трубочку, чтобы через нее дышать, и прыгнул в ванну. Еворпеси чхехтви, верцрец еркар мидзох, ворпеси нра мидзоцов шанчи, евтрав джери меч. Мыша выставил из воды трубочку. Макника Джриц дурсанец хоговака. Он начал ходить по дну. Скусец кайлель хатаки вря. Наконец Миша решил выйти из ванны. Верчапес ворошец дурскал ваннаец. Но утюг был очень тяжелый. Бать хартука шат цанрер. Он не давал ему всплыть. Тульчатовец нрян дурскал. Мышонок решил отвязать утюг, но не смог. Макника ворошец кандель хартука байч карогацав. Так и просидел мишонок под водой до самого вечера. Айтпесель макника настать джритак минчев ереко. Мама с папой пришли поздно. Хайрикну майрика уж екан. Они увидели Мишу в ванны. Нрянгтесян макникин багникум. Взяли ведра, вылили воду и спасли бедного мишонка. Верцретин дуйлеря. Джуры тапецин и пыркетин хэрч макникин.
Վաժություն 8. Прочитаем сказку еще раз. Կարդում ենք հեքիաթը եւս մեկ անգամ. Найдем антоними к словам. Գտնում ենք հականիշներ հետևյալ բառերին. Կարոտկի, կարճ, լյոխկի, թեթև, ուտրը, առավոտ, սուխոյ, չոր, ռանը, վաղ. Վարժություն 9. Прочитаем загадку. Կարդում ենք հանելուկը. Отгадать её нам поможет сказка. Водолаз неудачник. Այն լուծելու համար մեզ կօգնի անհաջողակ սուզորդ է հեքիաթը. Без неё не будет моря. Առանց նրա ծով չի լինի. Океаны и реки. Օվկիանոս և գետ. Даже лужицы, в которой вот купаются щенки. Չեն լինի նույնիսկ ջրափոսերը, որոնցում լողում են շնիկները. Վարժություն 10. Кто ушёл из дома? Ով գնաց տանից? Кем решил стать мишонок Миша? Ինչ որոշեց դառնալ Мишонок Миша? Что он сделал? Ինչ արեց նա? Почему Мишонок Миша не мог выйти из воды? Ինչու չկարողացավ Мишонок Миша-ն դուրս գալ ջրից? Кто спас Мишу? Ով փրկեց նրան? Понравилась тебе сказка? Քեզ դուր եկավ հեքիաթը? Վարժություն 11. Рассмотрим картинку в сказке. Նայում ենք հեքիաթի նկարին. Расскажем про Мишонка Мишу. Պատմում ենք Мишонок Миша-ի մասին. Что он решил сделать и что из этого вышло? Ինչ որոշեց նա անել և ինչ դուրս եկավ դրանից? Վարժություն 12. Попробуем рассказать сказку от имени Мишонка Миши. Փորձում ենք հեքիաթը պատմել Мишонок Миша-ի անունից. Можно начать так. Կարելի է սկսել այսպես. Один раз папа с мамой ушли из дома. Մի անգամ հայրիկն ու մայրիկը դուրս գնացին տանից. Я остался один. Ես մնացի մենակ. Ես որոշեցի դառնալ. А теперь попробуем рассказать сказку от имени мамы и папы Мишонка Миши. Իսկ հիմա փորձում ենք պատմել հեքիաթը Мишонка Миша-ի մայրիկի ու հայրիկի անունից. Можно начать так. Կարելի է սկսել այսպես. Однажды мы пошли в гости. Մի անգամ մենք հյուր գնացինք. Миша остался в доме один. Мишан տանը մենակ մնաց. Вернулись мы поздно. Մենք ուշ վերադարձանք. Видим, տեսանք. Վարժություն 13. Прочитаем. Назовём слова, в которых есть звук В. Կարդում ենք անվանում բառերը, որոնցում կա V հնչյունը. Вертушка. Весёлая вертушка скучать мне не даёт. Весёлая вертушка гулять меня зовёт. Весёлая вертушка ведёт меня к реке, где квакают лягушки в зелёном тростнике. Կարծում եմ վերտուշկան այն խաղալիքն է, որը պատկերված է երեխայի ձեռքին։ Իսկ ինչի մասին է բանաստեղծությունը։ Խաղալիքը թույլ չի տալիս նրան ձանձրանալ, հրավիրում է զբոսնելու, հրավիրում է դեպի գետը, որտեղ կրկրում են գորտերը։